Село Сабынды Кургалжинского района – населенный пункт, в котором проживает более 600 человек с правом голоса, в общем около 1500 жителей. За последние годы благодаря государственной поддержке здесь отремонтированы дороги, реализован ряд социальных проектов. Однако многие из них не завершены. Председатель правления Ассоциации фермеров «Жигули» Дайрабаев встретился с жителями, чтобы обсудить референдум. Если мы хотим жить по-новому, жить в государстве с развитой экономикой, улучшенной социальной жизнью, то мы должны участвовать на референдуме. Таким образом, мы показываем свою свободу. Мы вносим свой вклад в создание нового Казахстана, инициированного нашим президентом. Ранее главный фермер провел встречи в нескольких регионах страны. Как отмечает Жигули Дайрабаев, жители активны, особенно радует интерес молодежи. Новые инициативы коснутся не только экономической и социальной сферы, но и модернизации духовных, культурных ценностей. Вместе с тем, жители обменялись мнениями по вопросам развития сельских территорий, социальной поддержки, нехватки пастбищных угодий. Мен осы алғашқы конституцияның құрдасымын. Я ровесник первой конституции. Сейчас проходит исторический момент. Сегодня пришел председатель ассоциации фермеров и побеседовал с нами. Мы обменялись мнениями о благоустройстве села, земельных вопросах, нехватке пастбищ, посевном хозяйстве. Я думаю, что все в наших руках. Все мы должны участвовать в референдуме. Все мы должны участвовать в референдуме. Давайте будем участвовать, чтобы жить лучше. Как фермер я это объясняю своим работникам. Это общая задача. Жители села Сабынды готовы принять активное участие в значимом событии в истории страны. Зеринабек Калиева, Берик Абдульманов, Тархан Мужибаев, Кукшиахпарат.